На последних выборах у нас 1526 депутатов молодых стали кандидатами осенью этого года. 28 человек стали главами муниципальных образований. Мне кажется, это итог системной работы, которую проводит партия, которую проводит наша организация. И сказать, что интерес к политике появился прямо в этом году, нет. Важно, что сейчас мы новые тенденции ощущаем. Это и конкуренция, вы правы говорите, правильно говорите, внутри партии. Вот у нас сейчас партия «Единая Россия» приняла решение, что все кандидаты у нас должны будут пройти праймериз, кандидаты в депутаты. И идет сейчас очень острая конкуренция между старшим поколением и молодыми людьми. И здесь не важно, молодой ты, не молодой, взрослый, пожилой человек. Важно конкурентоспособность, важна эффективность. И если молодой в 30, в 25 лет эффективен, ярок и реально имеет проекты, свою идеологию о том, как изменить мир вокруг себя для своих избирателей лучше, в лучшую сторону, или улучшить жизнь в своем муниципальном образовании, и он конкурентоспособен, значит, должен выигрывать он. А уже после этого он идет и конкурирует с представителями «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ.